Что ж, теперь, когда мы рассмотрели значение всех этих ключевых слов, я думаю, что мы готовы рассмотреть значение всего текста. И вот здесь мы будем рассматривать фразу за фразой в этом тексте. Но давайте сначала кратко рассмотрим весь текст. Павел пишет, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, тем самым Павел подтверждает, что до своего воплощения Иисус существовал, и более того, Иисус существовал как Бог, причем не уступал божественности Богу Отцу и Богу Святому Духу. То есть Павел говорит, что Иисус обладал божественной природой, и Он был Богом. И несмотря на то, что Он существовал как Бог, Он не почитал хищением быть равным Богу. И здесь надо задать вопрос, и мы его вскоре зададим. Вопрос о том, что же имеется в виду, и что вот это уничижение или опустошение включает в себя. А пока позвольте мне сказать лишь то, что эта фраза означает, что есть что-то, чем обладал Иисус до своего воплощения, за что, на его взгляд, он не должен был держаться любой ценой. И вопрос в том, что это, что Иисус оставил? Это его божественная природа? То есть он решил, ну, не стоит за это держаться любой ценой, поэтому я это оставлю. Что ж, есть определенный вид христологии, который утверждает, что когда Иисус Христос воплотился, то Он на самом деле отказался от Своей божественной природы. И вот таким образом объясняется человеческий образ Христа, который мы видим в Евангелиях. И мы с вами посмотрим, действительно ли это утверждает здесь апостол Павел. То есть он был божественен, но что-то в его божественности он считал тем, за что не стоит держаться любой ценой. И в результате этого он сделал то, о чем мы читаем в 7 стихе. Он уничижил самого себя или опустошил самого себя. И мы с вами поговорим о том, что это подразумевает. Он уничижил самого себя, приняв образ раба. И как мы с вами уже говорили, это подразумевает то, что Иисус был человеком, и причем таким человеком, который пришел послужить другим людям, таким, который спешил помочь другим. И Он уничижил себя также, сделавшись подобным человеком, став подлинным человеком. Что значит быть человеком для вас и для меня, это то же самое означало и для Него. И по виду, став как человек, Он смирил себя, причем смирил себя далее. Если просто стать человеком не было достаточным смирением для Бога, Он пошел еще дальше, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Что ж, я уверен, что и сейчас, и ранее, когда мы с вами читали этот текст, вы увидели, что в стихах с 6 по 8 на самом деле говорится о том, что на самом деле совершил Иисус Христос. А стихи с 9 по 11 говорят о том, что совершил Бог Отец в ответ на то, что сделал Иисус. И это важно не только как набор неких фактов об Иисусе Христе, но это также крайне важно для того аргумента, который апостол Павел желает донести до церкви в Филиппах. И поэтому он об этом и пишет. Итак, что же это за аргумент? И я думаю, мы это поймем,
когда ответим на вопрос, в чем же Христос опустошил себя. И потом посмотрим, соотносится ли как-то наш ответ с тем, что происходило в Филиппах. И вот в своих конспектах вы можете прочитать о том, что уж точно не от человеческой природы Иисус Христос опустошил себя. Ведь когда все началось, в стихах 5 и 6, Иисус не обладал человеческой природой на тот момент. В тексте говорится, что, наоборот, Он взял эту природу на Себя. Поэтому опустошение не связано с человеческой природой Иисуса Христа, но также не может подразумеваться здесь Его божественность. Но в тексте мы читаем, что Он уничижил самого Себя, то есть опустошил самого Себя. И Он сделал это, взяв и став. Но нигде в этом стихе, и даже нигде в этом всем тексте говорится о том, что Он уничижил Себя, отказавшись от образа Божьего. Здесь говорится, что опустошение было связано с тем, что Он принял что-то новое на Себя. Здесь не говорится, что Он отказался от чего-то, что имел. Что ж, если Иисус, пройдя через воплощение, отказался от своей божественности, то тогда трудно объяснить стихи, записанные Иоанном. Мы видели его славу, славу как единородного от Отца, полное благодати и истины. Иоанн пишет в первой главе слов Евангелия именно об Иисусе во время его земной жизни. Он не говорит о том, что произошло на горе Преображения. Он не говорит о явлении Христа после воскресения. Он говорит о том, что бы вы могли сказать об Иисусе, если бы увидели его во время его земного странствования в физическом теле. И еще один момент, на который я указал, заключается в том, что в стихах с 9 по 11 мы читаем о Божьем ответе на действие Христа, о том, что Бог возвысил Христа. И ни в этом тексте, и ни в каких других текстах Писания мы не находим намека на том, что либо при своем воскресении, либо после своего вознесения Иисус отдает назад свою человеческую природу. Нигде ничего подобного в Писании мы не находим. И точно так же, вероятность того, что Иисус, когда опустошил Себя, лишился Своей божественности, также очень-очень низка. Во всяком случае, основываясь на этом тексте, это очень трудно подтвердить. Но тогда что же произошло, если Он не лишился своей человеческой природы, не лишился своей божественности, то что же исчезло? Вот что, привилегии пользоваться своими божественными качествами. Вот представьте, что вы президент Соединенных Штатов Америки. Вы занимаете эту должность, вы находитесь во власти, и у вас есть особые права и привилегии, которыми вы наделены только лишь потому, что вы президент Соединенных Штатов. Но факт обладания вами всех этих прав и привилегий не означает, что вы обязательно будете ими всеми пользоваться. Каждую минуту, каждый день. И точно так же, Иисус Христос является второй личностью Божества Троицы, и посему Он наделен огромной славой. И есть множество различных прав и привилегий, которые со всем этим связаны. И какие-то из этих прав и привилегий являют Его славу и Его божественные атрибуты. Что ж, точно так же, как если бы кто-то занимал какую-то политическую должность, то он бы был бы наделен правами и привилегиями, но при этом мог бы ими не пользоваться в каких-либо случаях, чтобы кому-то помочь. И то же самое происходит здесь в случае с Иисусом. Иисус не лишается своей божественности. И если бы Он не сделал это добровольно,
я имею в виду, решил не пользоваться всеми своими правами, привилегиями, то он бы и не пошел на то, чтобы взять на себя человеческую природу. И уж, конечно, он не решился бы на то, чтобы зайти на крест и позволить себя распять. Что ж, теперь давайте зададим вопрос, а согласуется ли это объяснение о том, о каком же опустошении идет речь в этом тексте? Согласуется ли это объяснение с контекстом? И мы помним контекст этого текста. И прежде всего мы помним, что написано в 6 стихе, что Иисус, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Что, неужели он считал, что божественная природа ничего не значит? Если бы это имел в виду Павел, то он, скорее бы всего, написал, Иисус опустошил себя, лишившись божественной природы. Но это не то, что пишет далее Павел. Это опустошение совсем не включало лишение божественной природы, но включало взятие на себя человеческой природы и готовность не пользоваться всей той властью, которая по праву принадлежала Ему, будучи Богом, Сыном Божьим. Что ж, если вы готовы сказать, что, ну что ж, вот я обладаю определенными правами, привилегиями, определенной властью, но я не буду ими пользоваться, не хочу, чтобы кто-либо знал, что я ими обладаю, означает ли это, что вы лишаетесь своего положения? Совсем не обязательно. Вы просто говорите, что какой-то период времени для какой-то цели вы не будете пользоваться всей властью, которую у вас есть, не будете настаивать на тех правах и привилегиях, которыми обладаете. Что ж, именно это и произошло в случае со Христом. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, идем далее в вопросе соответствия контексту. Можно ли сказать о том, что этот текст вырван из контекста всего послания и просто сошел с неба и оказался в этом месте, в этом послании? Или этот текст — составная часть той линии аргументации, которую Павел проводит в этом послании? И я убежден, что верно второе. И вот почему. Церковь в Филиппах была очень хорошей церковью. Но даже в хороших церквах иногда возникают проблемы. И именно так обстояло дело в Филиппах. И дело было в том, что нашлись в церкви люди, которые стали образовывать вокруг себя различные группировки. И в результате все это стало вести к разделению внутри церкви. И затем вот эти люди, это были видные люди в церкви, они стали настаивать на своих правах и на своих привилегиях. Каждый из них старался умножить число своих последователей, и все это наносило вред единству церкви. И одна из причин, почему Павел решил написать послание церкви Филиппах, состояла в том, чтобы обличить за это отношение и поведение. И заметьте, как Павел начинает во второй главе. В первом стихе Павел пишет, «Итак, если есть какое утешение во Христе, и здесь перед нами условные предложения, есть некое условие, которое соответствует определенному факту». То есть, другими словами, то, что Павел здесь представляет, он как бы по-гречески говорит «так и есть». Это предложение можно было перевести так «так как вы имеете утешение во Христе».
так как вы имеете отраду в любви, так как вы имеете общение Духа, так как вы имеете милосердие и сострадательность. И можно было бы остановиться подробнее на каждой из этих фраз и объяснить их, и когда я проповедую по этому тексту, я именно так и делаю. Но сейчас мы этого делать не будем, так как у нас не так много времени. Но Павел делает следующее. Он приводит четыре, если хотите, стимула, чтобы смотивировать христиан в церкви Филиппах, а также и в других церквах, заботиться о других и стремиться к единству. И Павел говорит, так как все это истина, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Павел говорит, так как это все верно в отношении христианской жизни и в отношении друг к другу, то вы должны быть единомысленны. И здесь Павел использует три фразы, говорящие о единомыслии, каждый имеет слегка иное значение. Первое — это не спорьте без конца друг с другом. Есть время для того, чтобы выяснить разногласия, но в итоге вы должны принять решение и прийти к согласию. И вторая фраза подразумевает то, что они должны, если хотите, смотреть в одну сторону. Должна быть единая философия в отношении того, что необходимо делать для Христа. Они не должны двигаться в разные стороны. Но Павел пишет о том, что единство должно быть не только в мыслях, но и в любви. Он пишет, «имейте ту же любовь». И я не думаю, что Павел просто имеет в виду, что вы в церкви Филиппах все должны любить Бога. Он имеет в виду, что они все должны одинаково любить друг друга, любить всех одинаково в церкви, не только тех, кто соглашается с вами. И затем Павел продолжает, третий стих, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Итак, Павел перечисляет вот эти четыре факта относительно христианской жизни и об отношениях друг с другом в первом стихе. И все это должно мотивировать нас на то, чтобы стремиться к единству, первый стих, смирению, третий стих, и помогать друг другу, четвертый стих. И на случай, если кто-то не совсем понимает, как на практике все это должно выглядеть, что ж, Павел поясняет, пятый стих, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе». И какая связь между Иисусом и ситуацией в Филиппах? Что ж, Иисус обладал положением. И он не лишился своего положения, но ради служения другим он добровольно смирил себя. И далее в тексте это поясняется. Ради единства, ради того, чтобы послужить нуждам других людей. И далее Павел дает понять, но если вы беспокоитесь, что если будете поступать так, как призваны во втором и третьем стихе, то вы что-то потеряете, не беспокойтесь. Почему? Конечно, вы не будете настаивать на всех своих правах, которыми обладаете благодаря своему положению. И вот эти видные люди в церкви Филиппах обладали определенным положением. Но если вести себя таким образом, как здесь настоятельно советует Павел, то Бог позаботится, что вам будет оказана вся честь, будет воздана вся слава, которая только возможна. Именно это произошло со Христом, именно так будет в случае с вами и со мной. Поэтому Павел не призывает этих видных христиан из церкви Филиппах отказаться от своего положения. Он просто призывает их
для пользы всей церкви, не настаивать на своих правах, на своих привилегиях, отказаться для блага остальных членов церкви, чтобы послужить всему телу, и чтобы все это произвело единство в церкви. Что ж, вы видите, что вот такое объяснение того, в чем же Иисус опустошил себя, когда воплотился на нашей земле, в совокупности с тем, что включает в себя воплощение, прекрасно вписывается в послание к филиппийцам, согласуется с теми целями и задачами, которые ставил Павел при написании этого послания. Я надеюсь, что вы в этом объяснении этого текста можете увидеть следующее. Те люди, которые говорят, что воплощение и уничижение подразумевают лишь то, что Бог стал человеком, эти люди ошибаются. И вот когда я писал книгу о чудесах, то я обнаружил следующее, исследуя библейские тексты. Очень многие неверующие считают, что христиане верят в то, что Иисус Христос был Богом, а потом просто поменял свою божественность на человечность, и он стал всего лишь человеком, перестал быть Богом. И они считают, что христиане верят в противоречие. Что ж, это и действительно противоречие. Если кто-то был Богом, потом перестал быть Богом и стал человеком, вот эта идея действительно содержит внутреннее противоречие, но это не то, во что верят христиане. Христиане на протяжении всей истории Церкви верят в то, что Иисус Христос был Богом и, не потеряв своей божественности, принял на Себя человеческую природу во всей полноте. И что же на выходе? Иисус стал шизофреником? Нет. И мы потом более подробно рассмотрим этот вопрос. Это же будет на следующей лекции. Но вот а сейчас позвольте задать вам вот такой вопрос. Вот если взять историю о воплощении, вот можно ли во все это верить? Соответствует ли это здравому смыслу? Потому что есть столько историй о том, как, скажем, лягушка стала принцем, когда ее поцеловала прекрасная принцесса. Неужели здесь происходит нечто подобное при воплощении? Воплощении Иисуса Христа? Другими словами, вот в этой истории, когда лягушка стала принцем, параллель с воплощением не в том, что лягушка превратилась в принца, а что лягушка стала тем, что есть и принц, и лягушка одновременно, так? Ведь Иисус Христос стал никем иным, как Бога-человеком. Вот как вы думаете, в этом смысле можно ли здесь выстраивать какую-либо параллель? Нет. Почему? Почему невозможно себе представить нечто, что является и принцем, и лягушкой одновременно? Потому что невозможно представить, как можно совместить природу лягушки с природой принца. И допустим, что принц — это человек. Невозможно объединить эти две природы в одной сущности. Помните, что когда речь идет о Боге-человеке, то человек в Писании называется образом Божьим. Поэтому нас не должно удивлять возможность объединения человеческой природы и божественной природы. И при этом человек остается человеком. Поэтому существование Бога-человека возможно, в то время как существование принца и лягушки в одном лице невозможно.
Они слишком не похожи друг на друга. Есть определенные противоречия, которые несовместимы между собой. Что ж, есть еще один момент, который я хотел бы упомянуть. Объяснять все это надо очень осторожно, потому что и в наших церквах найдутся те, кто скажет: «Что ж, ведь у Бога вся власть, Он мог стать кем угодно, хоть Бога-лягушкой, если бы захотел». Или Богом и кошкой одновременно. Нет. Определенные вещи и Бог не может делать. Когда речь идет о каком-то существе, скажем, о лягушке или корове, или каком-либо другом животном, которое настолько радикально отличается от божества, то даже и Бог при всем его могуществе не может совершить Бога лягушки или Бога коровы. Никто не может. И это совсем не свидетельствует о том, что Бог в чем-то ограничен. Поэтому мы должны ясно понимать, что есть определенная причина. Ведь Бог может явить свое присутствие, скажем, в огне. И уж, конечно, будучи ангелом, Он может явить свое присутствие, будь то в лягушке, в корове, или в лошади, но при этом речь не будет идти о подлинном воплощении, о подлинном единстве двух природ. Еще есть один момент. Кто-то может сказать: «Ну, как такое может быть? Как может в Иисусе Христе совмещаться божественная природа во всей своей полноте и человеческая природа во всей своей полноте? Как такое может быть? Как это все может уместиться?» Что ж, но в чем-то подобный вопрос мы можем задать по отношению к самим себе. У каждого из нас есть физическое тело, но также каждый из нас обладает нематериальной составляющей. И мы к этому вернемся, когда будем разбирать доктрину о человеке. Кто-то считает, что есть две нематериальных составляющих, кто-то считает, что их три. И вот если их три, то как все это может уместиться в нас? И что же я хочу сказать? Проблемы никакой нет. Нематериальные составляющие не требуют места, не требуют физического пространства, чтобы где-то разместиться, так? Поэтому верите ли вы в то, что каждый из нас имеет душу, состоящую, скажем, из воли, разума и далее, плюс тело, или вы верите, что у нас есть тело, душа и дух, две нематериальных составляющих, то нет никаких проблем. Поэтому, будь то одна душа или душа и дух, все это нематериальные составляющие, которые не требуют места в физическом теле. И если мы говорим о связи этих нематериальных составляющих с физическим телом, то тут также нет никаких проблем. Поэтому и нет никаких проблем с существованием Бога-человека. Потому что вот перед нами физическое тело Иисуса, Его человеческая нематериальная составляющая. И если к этому добавить божественную природу, то при этом добавляется не что-то материальное, а добавляется нематериальная составляющая. И опять же, нет никаких проблем в этом, что все это умещается в одном человеке. Здесь не возникает проблемы с нехваткой пространства, если так можно выразиться, когда вы пытаетесь совместить нематериальные составляющие с материальными. Поэтому неверно думать, что в Иисусе все это не могло уместиться. Очень даже могло, учитывая то, о каких составляющих мы говорим, которые добавляются к его человеческой природе, то проблем никаких нет. Итак, если нет никаких вопросов и замечаний, то увидимся на следующей лекции. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.